Коллектив Жаворонковской школы старается найти и отточить новые педагогические и организационные технологии. Работая с властями всего Одинцовского района, педагоги обмениваются опытом, столь необходимым в их непростом труде. Рады, что у нас сегодня такой замечательный стол. И это все благодаря нашей уважаемой Гильде Александровне. И, Гильда Александровна, еще раз, ну, вы всех знаете, да? Но, Думаю, что да. У нас сегодня такая большая встреча с нашими соседями. Торжественная встреча педагогов началась с творческих выступлений воспитанников школы. Стихотворения и песни представили как самые маленькие ребята, так и школьники постарше. По секрету вам расскажем, как живется нам сейчас. Вот жилеточка одета, белая рубашечка. Посмотрите на меня, какой первоклашечка. И пусть со мной нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты безголовью прячешь платок дорогой. Посетившая встречу Гильда Бот отметила, что любой руководитель нуждается в талантливом и преданном коллективе. Ведь только в команде можно решать сложные задачи, стоящие перед педагогами. Я каждому директору, да, просто рекомендую создать свою команду, на которую полностью можно положиться. Подобные встречи проходят в образовательных учреждениях района регулярно. Постоянный обмен опытом позволяет совершенствовать образовательную систему страны. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».